Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о препарате Бифрен. Бифрен выпускается в виде капсул по 10 штук, 1-2 блистера в картонной пачке. Действующим веществом является фенибут. Бифрен стимулирует память, обладает транквилизирующим свойством, повышает физическую и умственную трудоспособность. Также данное средство устраняет тревогу, психоэмоциональное напряжение, страх, улучшает сон. Кроме того, этот препарат имеет антиэпилептическое действие. Препарат Бифрен показан при следующих состояниях: тревожно-невротические и астенические, профилактика стрессовых состояний накануне операции, болезненных манипуляций, как вспомогательное средство при устранении абстинентного синдрома при алкоголизме, при головокружениях для профилактики укачивания, у пожилых людей ночное беспокойство, бессонница. У детей применяется при анурезе, тиках, заиканиях. Принимать препарат необходимо внутрь, перед едой, запивая водой. Для взрослых и детях от 14 лет следует получать по 250-500 мг бифрена 3 раза в сутки. Детям старше 11 лет по 250 мг бифрена 3 раза в сутки. Максимально разовая доза для взрослого 750 мг, для пожилого человека 500 мг. Продолжительность курса 2-3 недели. Для профилактики укачивания следует получить 250-500 мг бифрена однократно за 1 час до посадки в транспорт, либо при возникновении первых симптомов. Противопоказаниями являются гиперчувствительность к компонентам бифрена, острая почечная недостаточность. Противопоказан также детям до 11 лет. При беременности и кормлении грудью противопоказано, так как недостаточно данных о применении данного средства в этот период. Спасибо за просмотр, будьте здоровы! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.